Друзья, всем привет! Показываю ровный участок на Барановке. Чтобы понять, насколько он ровный, покажу вот соседний. Рельеф у них очень похожий. Вот такая лужайка, только тут, естественно, без деревьев. А тут вот впереди вот этот участок, он, естественно, зарос. Его надо чистить, но рельеф примерно такой же. Идет небольшой уклон, он идет вот в ту сторону. Соответственно, при расположении домов или дома будет отличный вид на горы. Ой, вру, на горы, на море. На горы он и так есть, вот. Вид на горы отличный с этой стороны. То есть горы, море. Цепляем два в одном. Нужно будет сделать небольшой заезд. Заезд буквально 15-20 метров, вообще не критично. Это обойдется в меньше, чем в 100 тысяч бетонный, чтобы сюда подъехать. Вот. Рядом очень хорошие дома. Тут только новая застройка. Никаких халабут и старых разрушенных домов нет. Вот это я вам все показываю, территория участка. Вот я иду по его дальней границе, по ближней границе. Дальняя идет, соответственно, дальше там. И вот пошел рельеф по нему. Видите, уклон практически незначительный. Вот так вот он идет. И вот это тоже все участок. Вот. И идет он примерно вот до тех деревьев. То есть хороший ровный участок. Цена неплохая, цену обсуждаем. Ближе к завтрашнему дню финальную цену я вам озвучу. Место очень хорошее, поэтому если ищете в центральном районе хорошее место, до Маримола тут ехать 10 минут. Электричество, вода, потенциально газ, хорошие соседи, хорошая дорога, остановка, до школы недалеко. В общем, все как вы любите. Звоните, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все самые хорошие участки только у меня на канале. Пока-пока.